Привет всем! Сегодня хочу сделать обзор семян томатов на уже наступивший 2022 год. В этом видео будут только новинки. Все те томаты, которые мы выращивали в прошлом сезоне, ссылку на видео я оставлю и в описании, и в конечных заставках. Томаты тоже очень вкусные, хорошие, поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Ну и начнем с томата немецкая клубника оранжевая. Сам плод, он вот действительно похож на такую вот ягоду клубники. Этот томат преимущественно, конечно же, для теплиц, что и указано на упаковке. Очень плотный, мясной, сладкий, вкусный томат. Рекомендуют его выращивать в 1-2 стебля. Сами плоды у него массой где-то около 200 граммов. Но, конечно же, тоже многое зависит от почвы, от ухода, в общем, от погодных условий тоже. Поэтому это все влияет на массу томатов. Очень он вкусный, то есть и внешне привлекательный, но и по вкусу разочаровать не должен. Такой вот коллекционный томат. Здесь в упаковках идет всего по 5 семечек, но так как это сорт, если он понравится, соответственно, можно собрать свои семена и уже в дальнейшем его выращивать. Следующий томат называется Amana Orange. Здесь в упаковке идет 10 семечек, тоже это коллекционная такая вот серия. Крупный биф-томат, около 400-600 граммов. Первые томаты, точнее первая кисть, начинает завязываться после 9 листа. Устойчив он тоже к многим заболеваниям томатов. Как и в принципе вот все томаты от партнера, у них вот одна и та же вот эта вот надпись о том, что томат устойчив ко многим заболеваниям. Но не всегда это так, кстати, поэтому посмотрим, как он себя проявит именно в нашей теплице. Крупные вкусные томаты с такой вот фруктовой ноткой, как написано вот в описании, для защищенного грунта. Хотели выбрать немножко другой томат на канале «Огородный любитель». Ирина, она показывала урожай томата, так, крем-торт называется томат, но вот, к сожалению, там оставалась последняя пачка, соответственно, на сайте, когда заказывали немецкую клубнику, вот оранжевая тоже была одна пачка, поэтому вот удалось его как-то, так сказать, урвать, а вот крем-торт, к сожалению, не удалось. Пришлось вот выбрать другой, но тоже он очень хороший и нравился, поэтому такая вот альтернативная, наверное, замена. Томат «Легенда Коктебеля». По массе, кстати, они очень похожи, 400-600 граммов. Тоже он высокорослый, в упаковке 10 семечек. Это у нас томат, соответственно, найден на знаменитом крымском побережье. В общем, с Крыма этот томат коллекционный. Тоже у него плоды первые завязываются над 8-9 листом. В кисти 5-6, тогда масса вот 400-600 граммов. А если оставлять 2-3, тогда уже будет до 1,5 килограмм. Но слабо в это, конечно, верится. Нам такие томаты большущие-то и не нужны. Главное, чтобы он был урожайный, вкусный. По вкусовым качествам вроде бы все с ним хорошо. Но опять же таки, пока не попробуешь, вот точно так вот не скажешь. Вкусно, невкусно, нужно вырастить, попробовать. И уже тогда можно что-то говорить. А так по отзывам тоже очень вкусный, крупный биф-томат. Небольшое количество семян и там, и здесь, вот в этих томатах вкусные. Посмотрим, что удастся вырастить. И, так сказать, в довесок еще взяли вот такой вот сибирский томат. Так как мы живем в сибирском регионе, соответственно, нам это близко. Томат «Алтаечка» от сибирского сада. Чем он приглянулся? Тем, что куст у него высотой 90 сантиметров может достигать. То есть выращивать его в открытом грунте можно совершенно спокойно. 150-300 грамм томаты сами, то есть не мелочь. Очень довольно-таки они крупные. Такой вот приятной окраски, вкусный, компактный куст. В общем, устойчив именно к перепадам температур, ко многим заболеваниям томатов. И особо не требует формирования куста.
Такой вот легкий выращивание томат. Здесь у нас в пачке идет 20 семян томата алтаечка. Ну, немножко посадим, остальные отдадим бабушке, пускай она выращивает. Такой вот довольно-таки хороший, в общем, и привлекательный внешне, и по описанию тоже довольно вкусный томат. Вот такие вот получились покупки томатов на 2022 год. Если кто-то выращивал данные томаты, то просим вас, конечно же, если не сложно, поделиться своим опытом. Какой у вас был результат? В общем, в описаниях-то они могут, конечно, все написать, что у них все там прекрасно и замечательно, но вот что на деле удастся вырастить, уже только тогда конкретно можем сказать, что получится. Ну и, конечно, будем выращивать томаты с прошлого сезона. Это у нас и чудо земли, малахитовая шкатулка, любимый праздник тоже очень хороший томат. Не соврать еще какой. Еще томат, соответственно, очень устойчивый. Называется он у нас Евпатор. Его тоже несколько кустиков обязательно посадим в теплице. Так, и не забыть еще и про черри томаты. Конечно же, вишневая гроздь называются. Тоже очень вкусные. Несколько кустиков обязательно посеем. Ну а так вот такие вот новинки. Всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем отличного нового сезона, прекрасной рассады, замечательного урожая, счастья, здоровья, мира и всего самого-самого доброго. Ну вот такие вот черрики. Целый вот такой большой ящик черри-томатиков. И вот они, крупные томаты. И зелененькие есть, и красненькие, всякие разные. Вот такой вот еще томатик чудо земли. Крупненькие. Это Евпатор. А вот это тоже чудо земли. Ну, здесь внизу я уже показывал. Вот он. Такой томат. Любимый праздник. Такие вот томаты. Но в теплице остается только Евпатор. Вот посмотрите, это всего два томата. Какие они огромные. Практически целый метр. Даже чуть больше, наверное, вот они. Около метра. Вот так вот они разрастаются. Просто кустищи. Зеленые. И вот такие вот томатики. Красненькие, хорошенькие. Здесь тоже томаты. И здесь... Все в томатиках.